здравствуйте. А Матюха Олег Владимирович, ему сам Путин руку жал и спрашивал, как дела. А на нашу редакцию он подал иск о защите чести и достоинства, который и проиграл уже второй раз в апелляции на той неделе. Откуда взялся этот иск? А дело в том, что Олег Владимирович продал дом, который находится в поселке городского типа Сириус. Это недалеко от Сочи, рядом с морем, место хорошее, замечательное. Вот вы сейчас его видите. Все хорошо, он продал Елене Сукуровой и ее семье. И все бы хорошо, всем бы радоваться. У кого-то дом, у кого-то деньги. Но Матюха решил, что ему не доплатили. Вот по договору как бы одна сумма, но вот он, у него своя математика, он посчитал и решил, что ему там где-то 137, кажется, тысяч долларов не доплатили. И надо бы их как бы вернуть, доплатить за этот дом-то. Выражалось так, что если вы не заплатите, то вам будет нехорошо. И это было неоднократно. Никто ему платить ничего не стал, и он пошел в суд. И суд встал на его сторону. То есть, как бы и деньги у него, и дом ему тоже вернуть. Мы об этой истории узнали, сделали репортаж. Вот давайте посмотрим. Сочи. Солнце, море, Олимпиада. Любимый черноморский город президента. Кто не хочет иметь домик в таком месте? Вот и Елена Сукурова и ее муж Виталий Савчук в 2014 году решили купить дом для своего деда, ветерана труда, героя тыла Великой Отечественной войны. Мы нашли подтверждение. Мы предъявили договор целевого займа. Предъявили предварительные все договора, все расписки оплаченные и подтвердили основным договором. То есть мы оплату свою подтвердили полностью. И что суд решил? Ну, суд решил, что эти документы не являются подтверждением. После того, как мы рассказали об этой истории, уже вторая инстанция, Краснодарский суд областной, заработал как надо. И дом вернули Елене и семье. Все, справедливость восторжествовала. Но Матюха Олег Владимирович решил, что вот как-то вот мы не в том свете, не в правильном свете его показали, его действия. И подал иск о защите чести и достоинства, который, как я уже сказал, проиграл. Олег Матюха в поселке городского типа Сириус известен тем, что его семья, когда начали строиться олимпийские объекты в Эмеретинской долине, была одной из самых первых, которая переселилась вот на новое место, вот сюда вот, вот чуть-чуть правее. Вот. И Путин Владимир Владимирович приезжал вот как бы в гости узнать, как дела, как устроились. А вот потом вот он решил продать дом, получив деньги, еще решил дом обратно. Ну вот такой вот как бы вот так вот хитро сделанный Олег Владимирович Матюха. Сейчас Олег Владимирович Матюха стал общественным деятелем в поселке городского типа Сириус. Сейчас он, зачитываю, президент хоккейного клуба «Вектор Сириус», член Совета Федеральной Территории «Сириус», учредитель хоккейного клуба «Вектор Сириус», учредитель культурно-исторического центра «Эмеретинский». Вот посмотрите, какой молодец. Мы, как СМИ, как редакция «Момент истины», будем, конечно, следить за общественной деятельностью Олега Владимировича, потому что до нас доходят слухи, что в гостинице, которая принадлежит, вот сейчас вы ее видите, Олегу Владимировичу Матюхе, где периодически, как говорят, харчуются полицейские, прикомандированные и росгвардейцы, с нарушениями утилизируют мусор, который эта гостиница производит. Но это непроверенная информация, мы, конечно, будем проверять. Но общественная деятельность – это дело хорошее. И, конечно, в его общественной деятельности мы, наша редакция, может пожелать Олегу Владимировичу только удачи. Это гораздо лучше, чем вот такими сомнительными способами пытаться вернуть дом обратно. До свидания.